Привет всем, ребята. Ну чё, короче, начинаем мотосезон. Я так надеюсь. Все плюс днем в Приморском крае. Как уже у меня такое стабильное видео каждый сезон. Короче, вот он простоял с прошлого момента за консервацией, да? Ничего я с ним не делал, как стоял всю зиму. Сейчас вот прям при вас его расчехляю, ставлю аккум. Ну, он, в принципе, заряжен у меня. Я его раз пару месяцев заряжал зимой. Ну, вот сейчас накинул. Ставлю аккум, пробуем, как он заводится. Если все окей, все огонь, в принципе, выкатываем. Но не сегодня. Вот, у нас, короче, впереди Power Commander от Juice Box, от Two Brothers, установка видео. Ждите. Вот-вот. Потом чистка инжекторов. Топливную станцию я, короче, соорудил с топливного насоса там. Фишки все как положено, короче, тоже покажу. Это будет отдельный видос. Что там? Так, а где мой прибор? А, вот есть все. Синхронизатор, дроссельные заслонки отсинхронизировать. Ну и, в принципе, там потихоньку по тюнингу там, как я и говорил. Вот, расчехляем. Здесь уже у меня небольшой детейлинг я сделал за зиму. Буквально вот на днях пришли с Греции мне сидушки, ну, вернее, чехлы. Вот, мне перетянули. Вот так это будет все выглядеть, потому что, ну, вот этот красный, это прям, конечно, такое, не знаю, ну, под колеса, типа, да, с завода. Но я считаю, что вот так классика черный, здесь нон-слип, здесь кожа. И, в принципе, красная строчка. Я так выбрал, думаю, ну, зацените, скажете свое мнение. Если кто хочет прикупить, я тоже скажу, где. Так. На eBay, в принципе, там навалом. Z750, Z1000 одинаковые сидушки. Вот она, наша Z-очка. Так, где наш ключик? Ну, так вот, короче, выглядит все это дело сейчас. А, в принципе, я его что, заводить буду? Прям как есть. Поэтому вот так, короче, вот так это все дело выглядит. Ну, они еще натянутся, распрямятся, так, в принципе, неплохо сидят. Так, что, убираем сидуху, их закидываем аккум. В принципе, все здесь должно быть вообще в аккурат. Так, он будет видно. Так, все, все. Отключаем зарядку. Уже, в принципе, спину я восстановил. Коленка у меня уже тоже почти. Сегодня вот на велике прокатился. Вообще, велотренажер, это, конечно, самый охуетительный тренажер. Прям нагружается так четко и чувствуешь, как она, ну, сгибается все больше и больше. Так, откручиваем наши болты. Помним, да, сначала плюс, потом минус. Ну, как бы желательно все-таки так делать. Если по фэншую все. Ну и отсоединять, соответственно, сначала минус, потом плюс. Угу. Так, здесь никаких крантиков, никаких ничего нет, только подсос. Когда эрка была карбюраторная, давным-давно. Потом я уже на инжекторы полностью пересел. Заводил, наверное, часа два, забыл, что у карбюраторных есть крантик, который я благополучно перекрыл. Вот. Аккумулятор подкрутил и подкуривал там с автомобильного, короче. Весело было. Было весело. Сейчас клеймы прокинем. Звездочка. Ой, это 10-я головочка. Как говорит электрик, лучше хороший минус, чем плохой плюс.
Только сильно не тянуть, потому что я один раз так аккумулятор убил, вытянул полностью эту клемму. Ну, в принципе, все. Расчехли, но тут вот я задохнусь. Так пойдет, в принципе. Так, ну, минимальные проверки. Кстати, я когда чехол перетягивал, раньше я не замечал. Может быть, кто знает. А, ну это на пассажирской сидушке. Ладно, сейчас покажу. Фишка такая есть. Не знаю, на Эрке у меня не было такого. На Эрке на маятнике там наклеечка большая. Здесь, короче, вот так. Daily checks. Ну, safety checks, короче, проверки перед тем, как выезжать. Где что проверять. Ну, маркером показано, да. И там сцепление, там тормозные шланги, тырбыры, короче, прикольно. В этом плане Kawasaki молодцы. Так, ну, поехали, проверяем, что у нас. В принципе, антифриз, масло. Маслом в окошке Полный. Видно, да? Антифриз. Антифриз. Да, вам, наверное, не будет видно отсюда. Вон здесь бачок спрятан. Но уровень можно посмотреть. По-моему, должно быть окошечко. Насколько я помню. Смотровое. Так, я вижу, что вон почти под горловину вот отсюда смотреть. Вот. Так, подтеков снизу никаких нет. Угу. Заведем, будет видно. Так, что, погнали. Прокачиваем схему полностью, выдергиваем подсос. Еще раз. О! Набил насосик. Это у нас эти, там, по-моему, заслонки, да. Ну и пытаемся. Выжимая спендель легкого старта. Мотор. Короче, сейчас прогреется и вернемся, там, глянем на подтеки. Все, мотоцикл, в принципе, ну, почти прогрелся уже. Температура показывает 64 уже, стабильные холостые, 1900. Ну, на первый взгляд, все сухо, никаких подтеков, ни масляных там, ни антифризных. Я знаю, что у Kawasaki есть такая болячка, антифриз там начинает. И у Yamaha, и V-Max. Но здесь все сухо, мотор работает чисто, мягенько. Сцепление не шумит, все, огонь. Так что как-то так. В принципе, что, я готов к сезону, братва. Все окей. Прикупил новые итальянские ботики себе, которые те у меня Puma разлетелись. Ну, как бы и сапоги есть, но на повседнев. Куртку Айконти IMAX, в принципе, ну хотите, сделаю обзор, штаны у меня есть, как бы комбез, также шлем тот же у меня Шой, MotoGP, там перчи, все есть, в принципе, все, огонь. Вот, так что давайте, до встречи, такой кратенький был видос. Ну, я, в принципе, не сомневался, что он пыхнет, как бы, с первого тычка, ну, просто 2003 год, 44 тысячи пробега. Значит, техника ухоженная. Я не ошибался. Япошка красавчик. Ладно, пацаны, всем респект, всем мир. Аккуратненько на дорогах. Нас еще не видят, не вспомнили. Дороги в песке. Получается ровно 12 дней до
годовщины моего падения такого жесткого, да. Вот, 24 апреля. Ну, короче, давайте еще увидимся. Пока-пока.